Не, все вспомнил. Короче, я проходил этот скилл-тест. Но не до конца. Но не до конца. Давайте попробуем сейчас пройти его нормально до конца. Да, я проходил этот скилл-тест. Но не до конца. Это единственный скилл-тест, который я не прошел до конца. Все, вспомнил. А, нифига себе, смотри, как они тут сделали хитро. Я же могу обхитрить систему. Вот, точно. Я взял чекпоинт. Да. Так, куда здесь дальше? Не может быть такого. Твою мать. Блин, нет, нет, нет. Вы чего? Я могу хотя бы вот так подняться? Подожди, игра. Не заставляй меня бомбить, я тебя очень прошу. Вот как оно, подожди. Тут все проще, чем я думал. Тут даже стрелки показывают. Блин, это же элементарно. Так, вот, все, отлично, видите? Ох, опять по тоненькой. Вау! Вау-вау-вау-вау-вау! Охренеть! Ты смотри, капец! Салюты! Капец, я чуть носом... Блин! Ну блин! Ну почему вот эта тонкая штука? Зачем? Ну не надо, ну игра, ну пожалуйста! Вот спасибо автору, что он хотя бы под конец сделал толстую нормальную грань. Вот спасибо реально за это. Да ну! Почему так криво мотоцикл откидывает? Сразу его почему-то бросать налево. А забраться, понимаете, забраться я не могу четко. Во, мне надо именно разгон брать. Да, обидно. Блин, а вот скажите мне, пожалуйста, почему я сразу так не сделал? Только мне одному известно. Чего? Чего? Блин. Блин. А как это проехать? Ладно, все про. Капец. Капец, слетел. А сколько тут чекпоинтов? А, 18, так мне еще 8 чеков собрать. Есть. Ну слава богу, ну капец. Какой гемор? Серьезно. О, немножечко глайда.
Блин, ну так красиво шел, скажите, ребят. Вообще по красоте прям ехал. Еще и загладил так четко. Ужас! Это что за ужас? Урать на мотоцикле, ну это капец. Так, а вот объясните мне, пожалуйста, а что здесь далее? Как на это забраться? Они же высокие достаточно контейнеры. Есть. Ну почти! Ну, блин! Запарился над этим скилл-тестом. Блин! Я не могу какие-то лавочки пройти. Жесть. Футбольный мячик. Осталась только геморная горка. Короче, тут походу вообще разгон брать не нужно. Да. Есть чекпоинт. А как проехать вот здесь? А что это такое? Есть. Подожди, тут провода. Есть. Ну, этот контейнер легкий. О, капец, меня подкинуло. Ну, тут проехать было достаточно просто. Там не нужно было становиться на быка и... Вот, вот так. Нужно было сразу проехать. Погодите, а что там? Что это такое? Блин, я чуть-чуть не догладил. Я бы мог до чекпоинта догладить просто. Но это финиш. Это финиш. Главное вот здесь не обосраться. Остальное не важно, да? Ой-ой-ой. Как я сдох? Как я сдох? Объясните мне, ну блин. Вот это, конечно, сейчас обидно было. Блин. Да ну. И тут вот эта тонкая херня. Жесть, я в шоке просто. Есть. Пам. 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 Финиш. Уху. Отлично.